Университет Турку в Финляндии завершил необычные исследования, включающие 15 тысяч человек. Ученые анализировали случаи смертности от острого коронарного синдрома в период с 1993 по 2002 год, изучая при этом данные отдела статистики Финляндии. Они вообще использовали информацию социально-демографического характера. И что интересно, они выбрали строку «Состояли ли эти люди в браке?». После изучения огромного материала этой статистики, ученые пришли к выводу, что у состоящих в браке мужчин и женщин значительно ниже уровень смертности от острого коронарного синдрома по сравнению с неженатыми. У несостоящих в браке мужчин и женщин в два раза выше вероятность умереть от острого коронарного синдрома, а также у них более высокие показатели заболеваемости острым коронарным синдромом. Вариации в лечении не смогли объяснить разницу смертности. Удивительный вывод, не правда ли? Оказывается, наши отношения в браке и вообще социальный статус женатого, замужнего человека может повлиять на наше сердце. Старая библейская истина гласит: «Нехорошо быть человеку одному», и она замечательно подходит и для здоровья нашего сердца. Но все же, помимо социального статуса, именно здоровый образ жизни остается также важным и первостепенным фактором для поддержания физического состояния нашего сердца. В многонациональном исследовании атеросклероза, которое проводил превентивный центр заболеваний сердца имени Джона Хопкинса, велось наблюдение за 6000 людей в возрасте от 64 до 84 лет. Это исследование продолжалось в течение 7,5 лет. Оказывается, те, кто регулярно выполняли физические упражнения, употребляли здоровую пищу и избегали табакокурения, поддерживая нормальный вес, имели более низкий риск смерти в последующем десятилетии. В результате улучшения здоровья сердца эти факторы образа жизни также отразились и на снижение осложнений инфаркта миокарда. Сердце требует к себе особого внимания. Помогите ему быть всегда здоровым.